Расширенный перечень организаций, которые подозреваются в деятельности в качестве финансовой пирамиды, а также по которым уже вынесены приговоры суда, опубликован агентством по финансовому мониторингу. Теперь каждый гражданин, желающий инвестировать свои средства, может проверить надежность компании не только в реестре агентства по регулированию и развитию финансового рынка, но и в данном перечне. Отметим, что с начала текущего года агентством выявлено 22 финпирамиды. В системе «Кибернадзор» заблокировано почти 4000 сайтов и аккаунтов. В рамках превентивной работы в результате направления предупреждений пользователям социальных сетей на сегодня 52 тысячи подписчиков отписались от контента с признаками финансовых пирамид. Напомним, при инвестиции средств граждане могут воспользоваться телеграм-ботом АФМ для проверки той или иной компании на признаки финансовых пирамид. Только с начала года в сервис поступило 3511 обращений. Призываем граждан быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации. Если вы и ваши близкие столкнулись с деятельностью финансовых пирамид, просим обратиться в колл-центр АФМ.